Окружной бюджет, рассчитанный на трехлетку, пополнится еще на 2 миллиарда рублей. Эти средства направят муниципалитетам. Большая часть новых вливаний пойдет на реализацию госпрограммы по обеспечению югорчан доступным и комфортным жильем. Почти 300 миллионов рублей выделят на здравоохранение, столько же на строительство и ремонт дорог. Отмечу, что крупная сумма, это свыше 600 миллионов рублей, запланированы на развитие физкультуры и спорта. Законопроектом предусмотрено изменение доходов, расходов, дефицита бюджета на 2017 год. Мы нашли возможность выделить дополнительные ресурсы для муниципалитетов. Будут направлены в основном на выполнение решений, обозначенных в майских указах президента.